соскучились по мне? Соскучились по мне. Всем привет! Думаю, вы уже догадались, на кого будет сегодняшний макияж, поэтому давайте приступим. С помощью тонального крема осветляю зону под глазами и растушевываю все спонжем. Для создания этого образа мне пришлось вырвать нарощенные ресницы вместе со своими, поэтому, пожалуйста, поставь палец вверх за самопожертвование. Закрашиваю татуаж и растушевываю спонжем. Осветляю область над скулами, чтобы визуально изменить форму лица. Закрашиваю татуаж и снова все растушевываю спонжем. С помощью стрелок у внутренних уголков глаз визуально вытягиваю глаза. Плоской тонкой кистью рисую брови, пытаясь повторить форму, как у Шерлока. Корректирую верхнее веко. Затемняю область под бровями и закрашиваю ресницы коричневыми тенями. Осветляю остальные области на лице. Визуально увеличить лоб с помощью тонального крема, воды и прочих подручных средств. Перехожу к коррекции формы носа. Убираю блеск с помощью пудры. Корректирую форму губ. А сейчас моя любимая часть. Это морщины, скулы, родинки. Я восхищена внешностью Бенедикта Камбербэтча, мне было безумно интересно это перевоплощение. И да, если вы хотите перевоплощение в Мориарти, то давайте соберем под этим видео 100 тысяч лайков. Всем спасибо за просмотр! Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю хорошего дня. Люблю и обнимаю. Пока!